Теорема 13. Чем с большим числом других образов... Чем с большим числом других образов... Нет. Теорема 13. Теорема 13. Чем с большим числом других образов соединен какой-либо образ, тем чаще он возникает. Теорема 14. Подожди еще раз. Душа может достигнуть того, что все состояния тела или образы вещей будут относиться к идее Бога.